вышли на связь только после предупредительной стрельбы. Пограничники поймали крабовых браконьеров в районе залива Шелихова Охотского моря. Сотрудников погрануправления ФСБ России по Восточному Арктическому району привлекло судно без опознавательных знаков, которые не отслеживалось в системе отраслевого мониторинга. На требования об остановке не реагировало и пыталось уйти от пограничников. После выполнения всех предусмотренных законом мероприятий по принуждению к остановке, командиром пограничного корабля было принято решение выполнить предупредительную стрельбу, после которой судно вышло на связь и приняло на борт осмотровую группу. В ходе проверки установлено, что задержанное судно СРТМ «Эрфольк» осуществляло незаконную добычу краба. На борту обнаружено более 45 тонн готовой продукции. Судно доставили в порт Петропавловска. Имеющуюся на борту продукцию выгрузили и передали на ответственное хранение. В отношении капитана возбудили уголовное дело.